куда-то мы заезжали, не было следа. Вот куда он скинул, в эту или в ту сторону, блядь? Не знаю, там был двойной где-то типа проезжали. Ну вот он до края дошел и пошел назад, сейчас где-то скидочка будет. Нет. Да, вот он пошел. Вот он. Вот он, вот он. И опять, по-моему, сдвоил. Нет, это он по лисьему следу. Но это он, походу, покормился, не? И вот пошел. Ага. Так, ну это лисий след. Это он сейчас на него выйдет. Ну вот, либо он вот сюда вот уйдет в поле, либо в посадку. Ну в посадку хреново будет. Вот он пошел. Вот он. Ну вот он вон там, наверное. Или под кустом. Тянет, прямо темноте. А, я думал, вот лежит. Пойдем туда. Я думаю, лучше подходить вдвоем. Сейчас начну обходить с пугнем. Они сейчас уже плотно лежат. Сейчас заснул, конкретно, я думаю. Тянет, тянет. Твою 20. Далеко поднялся. Сейчас посмотрим. Надо поглядеть, куда он забежит. А что, на машину пошел? Нет, завернул в посадку. Да я его увидел, когда он уже побежал. А я увидел, что ты скинулся. Давай смотри, смотри. Ну он далеко, метров 70. Ну нет, не 7, метров 60, наверное. Он, по-моему, здесь лежит. Вот здесь вот, скорее всего. Вот он, вон он, след идет. Это что, другой что ли? А, нет, вот оно. Вот оно, ты говоришь, вот его, Люшка. Да, вот он лежал. Вот он, видишь, лежал. Yeah.
Остается только ту проверить. Ну вот она и Лёшка, просрал зайца. Вот она, Лёшка.